Вот сегодня у нас к чаю оладушки морковные. Одна большая морковка, да? Да. Одна большая морковка. На терке. Да. 5 ложечек муки. Чуть больше полстакана молока. Ряженки, да, чуть больше полстакана ряженки. 2 щепотки соли и чайная ложечка сахара. И соды питьевые. Ряженки, что кислота? Ну да, когда ряженка или кефир, то кладем питьевую соду. Сколько ты положила питьевой соды? Ну, пол чайной ложечки. Пол чайной ложечки. И постояла. И постояла, да, постояла, да, полчаса где-то. Чтобы сода не до конца отреагировала. И они хорошо поднимаются. Немножко масла. Так, ты забыл еще сказать. Одно яичко. Одно, да, я не говорил. Ты, значит, одна большая морковь, 5 ложек муки, 1 яйцо, 1/2 стакана ряженки или кефира, 1/2 чайной ложки соды, 2 щепотки соли и чайная ложка сахарного песка. И все, и дать постоять примерно полчасика. А потом начинать выпекать. Ну, они красавцы. И вкусные, вкусные. Мне нравится, что там практически нет сахара. Потому что морковь, она и так сладкая. Можно, конечно, еще изюм было положить или курагу. Нет, в следующий раз. Банановые ты печешь с изюмом, с курагой. Ну, да. То же самое, только вместо моркови банан.